Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Gigaset GX290. И сейчас я покажу вам, как сделать так, чтобы было видно, сколько процентов заряда аккумулятора у вас. Итак, открываем с вами меню приложений и переходим в настройки. Вот вы окажетесь здесь вот. После того, как вы окажетесь в меню настроек, вам нужно будет кое-что сделать. Вам нужно найти пункт «Батарея». Нажимаем сюда. И здесь на уровень заряда батареи включаем тумблер. Все, теперь слева от индикатора заряда у нас появился еще и процент заряда. Вот так вот. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.